мощность. Тут обрушился мост. Пострадали люди. Вот тут стоят МЧСники. Причем мост обвалился еще и на каток. Ого! Едет скорая. Вон там какому-то человеку плохо. Короче, будьте поосторожнее, потому что это может окончиться травмами. Поскольку, когда били куранты, говорили, чтобы много народу на мосту не стояло. Но вот не послушали. И для кого-то это окончилось больницей или даже реанимацией. В общем, ребят, будьте поосторожнее и с Новым годом!